Развитию малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае и Славянском районе уделяется особое внимание. Для предпринимателей всегда должен гореть зеленый свет и созданы комфортные условия для работы. И это действительно работает. Если вы спите спокойно, значит, мы работаем хорошо. По таким лаконичным и вместе с тем точным девизам, вот уже более 14 лет действует компания «Дозор-23». За это время ее сотрудниками накоплен богатейший опыт работы и решения задач любой сложности, что подтверждается немалым количеством успешно реализованных проектов. Компания предоставляет профессиональные услуги в области продажи и установки систем безопасности и контроля доступа и сумела завоевать серьезный авторитет не только в Славянском районе, но и в Краснодарском крае. В компании 17 человек. Магазины находятся у нас в 5 городах. Самый крупный город – это Краснодар. Далее Славянск на Кубани, Темрюк, Анапа и Крымск. В каждом городе у нас сейчас есть магазин, монтажная бригада, и мы осуществляем, соответственно, деятельность по сигнализации, видеонаблюдения. Система видеонаблюдения может заменить труд нескольких человек, осуществляющих охрану объекта. Поэтому обеспечить правильное видеонаблюдение значит обеспечить безопасность на той или иной территории без лишних рисков. И для частных домовладений установка видеонаблюдения очень актуальна и востребована. Главное, это должны делать профессионалы. Почему начал открываться в небольших городах? Потому что нет квалифицированной помощи, некому обратиться. Нет организаций, у которых бы были сертификаты, у которых были бы лицензии и большой опыт работы в этой сфере. Поэтому, то есть, мы решили вот занять эту нишу и заниматься системами безопасности. Развитие нужной потребителям компании сдерживалось тем, что нужны были солидные средства для ее расширения. И тут на выручку пришел фонд микрофинансирования Краснодарского края, который по своим показателям был признан лучшим в России. Они меня убедили, что они хорошая, честная организация. Познакомился с ними, и на сегодняшний день я уже взял второй кредит. Вот. Если честно, я очень доволен их организацией, доволен их специалистами. Подготовка документа заняла примерно неделю-две. Вот, нам с первого раза одобрили кредит, выдали. То есть при подготовке грамотной отчетности вопросов у нас не возникло. То есть на сегодняшний день мы пользуемся кредитом, и благодаря фонду микрофинансирования мы открыли еще два магазина. Магазины открыли в Крымске и в Темрюке, полностью оборудовали их оборудованием, вот, взяли необходимый инструмент. Также мы увеличили рекламу свою в городах. Вот, и сейчас работаем, развиваемся. Дали работу еще 5 людям, то есть обеспечили работой. Руководитель компании «Дозор-23» благодарен сотрудникам фонда микрофинансирования за внимание и оперативность их работы. Есть желание и дальше сотрудничать с фондом, брать кредиты, чтобы открывать новые филиалы компании по всей Кубани. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».